Самые дорогие фотографии в мире. В нашем современном обществе одно скандальное фото может стоить миллионы. Бритни Спирс. $250 000. Столько заработал папарацци по кличке Дэнни Бой за снимок бритой налысо Бритни Спирс, которая атаковала его машину с зонтиком в руке. Фотограф застал Бритни перед домом ее бывшего мужа. Также Дэнни Бой заработал $40 000 за продажу машины, которую поцарапала сама Бритни Спирс. Кейт Мосс. Британский журнал Daily Mirror заплатил $300 000 за фотографии Кейт Мосс, нюхающей кокаин вместе со своим приятелем Питом Доэрти. В результате этого скандала фирмы Chanel и Burberry тут же разорвали с Кейт свои рекламные контракты. Самой Кейт Мосс пришлось долго извиняться перед общественностью и поклонниками, а также пройти курс лечения от наркозависимости. Новый тренд – миллион за ребенка. $1 000 000 заработал скандально известный папарацци Стив Сэндс, которому первому удалось сфотографировать маленькую дочку актрисы Гвинет Пелтроу. Кстати, муж Гвинет никто иной, как вокалист группы Coldplay Крис Мартин. Девочку назвали Apple, и это не шутка. Дочку звездной пары зовут Яблоко. Итак, папарацци заработал $1 000 000 за пару некачественных снимков знаменитостей. Именно с этого момента звезды стали запрашивать миллионные гонорары за фотографии своих малышей. К примеру, так поступили Брэд Питт и Анджелина Джоли, а также Том Круз и Кэти Холмс. Хотя Стив Сэндс и заработал свой $1 000 000, он также попал в список 50 самых отвратительных жителей Нью-Йорка. Помимо этого, Стиву часто достается от полицейских за незаконную съемку. Вот одно из таких видео. Принцесса Диана и самое дорогое фото папарацци в мире. $6 000 000 заплатили американские СМИ за фотографии принцессы Дианы, отдыхающей на яхте в Сан-Тропе, в компании ее нового возлюбленного Доди Альфаеда. Эти кадры стали первыми документальными подтверждениями их романа. Дальше нас ждет рубрика «Богатые тоже плачут». Сегодня мы поговорим о Роберте Дауни-младшем. Роберт является сыном известного режиссера Роберта Дауни-старшего. От своего отца он получил не только приставку «младший», но и возможность сниматься в фильмах, начиная с 5 лет. В молодости Дауни был даже номинирован на премию «Оскар» за фильм «Чаплин». Все было бы хорошо, если бы не наркотики. У актера возникла наркотическая зависимость. В 1996 году Роберта Дауни-младшего осудили на 3 года за неоднократное хранение героина, кокаина и оружия. В тюрьме Роберт провел 16 месяцев. В 2001 году актер лечился от наркозависимости. После лечения Роберт Дауни продолжил сниматься в кино и даже выпустил свой сольный альбом песен под названием «The Futurist». Однако настоящее перевоплощение Роберта произошло после его утверждения на главную роль в фильме «Железный человек». После премьеры «Железного человека» Роберт Дауни-младший проснулся одним из ведущих актеров планеты.
Легкий старт. Чтобы посмотреть следующую историю, нажмите на одно из видео. Обман при жеребьевке Лиги чемпионов. Самые известные люди 2015 года. А также самая большая грудь в мире. Кто из голливудских звезд снимался в порно? Сколько зарабатывают Иван Гай и другие блогеры Ютуба? И напоследок, самая известная попа в мире. Легкий старт. Подпишись, чтобы не потерять. Брум-брум.